Махи ногой назад на полу, с согнутой ногой. Инструкция. Исходное положение. Исходное положение на локтях, колено слегка приподнято от земли, другое колено полусогнуто. Мышечное сокращение. Сокращая большую ягодичную мышцу, поднимать ногу вверх, удерживая ее в полусогнутом положении. Завершение движения. Опустить ногу и вернуться в исходное положение. Задействованные мышцы. Дыхание. P4 PCAM.